Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реставрации дома-музея Узейри Гаджибейли в Шуше. Помощник президента Анар Алакперов проинформировал главу государства об условиях, созданных в доме-музее. Отметим, что дом-музей Узейри Гаджибейли был построен в XIX веке. В 1959 году здание начало функционировать как дом-музей. Дом-музей Узейри Гаджибейли, выдающегося композитора, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства и национальной оперы, действовал до момента оккупации города Шуша. Всего в музее хранилось 1700 экспонатов, предметы быта, принадлежавшие семье Гаджибейли, а также личные вещи композитора, фотоматериалы, книги. После оккупации города Шуша армянами музей прекратил свою деятельность. Его экспонаты были разграблены, а здание разрушено. Из 1700 экспонатов музея удалось сохранить только 136. Было сообщено, что реставрационные работы, проведенные фондом Гейдара Алиева в доме-музее Узейри Гаджибейли, начались в апреле 2022 года. Процесс реставрации включал в себя исследование первоначального вида дома, укрепление фундаментов, восстановление пола, фасадов и кровельного покрытия, работы по внутренней и наружной отделке, установку дверей, окон, инженерно-коммуникационных систем, а также озеленение приусадебного участка. Имевшиеся на территории каменные стены были демонтированы, проведена инвентаризация камней по размерам, в разрушенных частях вырыт фундамент, проведена общая очистка территории. Кроме того, в лаборатории в Турции были исследованы взятые для анализа образцы материала, а также выполнены расчеты для консервации и реставрации. Внутри дома-музея осуществлена кладка стен и перегородок, отреставрирован пол. Для восстановления каменной стены во дворе был вырыт и забетонирован фундамент. Каменная кладка и установка декоративных элементов проведены в соответствии с историческим обликом здания. По окончании реставрационных работ в здании музея была создана новая экспозиция. Согласно концепции музея, здесь экспонируются спасенные экспонаты дома-музея Узейри Гаджибейли. На первом этапе дома-музея представлены документы, информация и другие экспонаты о семье, детстве Узейри Гаджибейли. Во втором зале на этом этаже демонстрируются материалы о годах учебы Узейри Гаджибейли в Горийской учительской семинарии, его педагогической деятельности, произведений и статьи композитора. Здесь вдоль стены отображен фрагмент нот романса «Сенсис». На втором этаже выставлены афиши и программы премьерных постановок произведений композитора, а также фотографии, запечатлевшие его студентов в поездке. Вдоль всей стены отображен фрагмент нот оперы «Кероглу». Одна из стен в доме-музея украшена коллажем, состоящим из эскизов образцов сценических произведений Узейри Гаджибейли, программ и афиш. В этом же разделе демонстрируются кадры из фильмов, посвященных жизни, деятельности и творчеству композитора.